Сейчас давайте все-таки посмотрим, что у вас на спине, что у вас лежит на этом уровне, на поясничном уровне. Да, какие вы эмоции, в принципе, накопили. Да? Давайте глубокий вдох. И с глубоким выдохом покажите нам стакан всего того накопленного, который находится в районе поясницы. Стакан, емкость абсолютно не важно. Загляните в этот стакан, ничего делать не нужно. Отметьте, насколько он наполнен, чем он наполнен. Просто заглядываем в этот стакан и смотрим, что там есть. Не пугаемся. Ну, кто, скажем так, более продвинутый, тот знает, что делать, может сделать. Кто новичок, ничего не делаем, просто смотрим стакан. Отмечаем, какого цвета стакан, какие цвета там присутствуют. Может быть, сейчас у вас открылись какие-то ситуации, которые вы видите, которые связаны с тем, что лежит в стакане. Сейчас просто смотрим. Если у вас проблема находится в шейном отделе, то также смотрим шейный отдел. Что у большинства людей пояснично прицелный отдел. Если не знаете смотреть, как, ничего страшного, то, что увидели, то и есть, то и увидели. Выкинь вдох, выдох, приходим сюда и описываем ситуацию. Что увидели? Важно, какого цвета стакан, да? Возможно, какие-то ситуации открылись, какой цвет, да, находился больше всего в этом стакане.